Если еще депутаты появятся ломом по голове, никто им не дал права это. Жесткое заявление, господин Гурев. Не жесткое. Мы давно подозреваем, что они, господин Гурев, лоббируют определенных застройщиков. Я не лоббирую. Ну как вы сказали, к моим строителям. К моим строителям, потому что я строитель. Я работал 20 лет на строительной площадке. То есть вы поощряете незаконное строительство? Нет. Так? Нет, ну как нет? Так вы определитесь. Я воюю перед ним. Вы поощряете незаконное строительство или не поощряете? Я поощряю незаконное строительство, но одновременно не поощряю бандитские методы. А это не бандитские методы. Это не бандитские методы. Когда застройщики, есть правонарушение. Господин Одинцов, господин Гурев. Когда есть правонарушение, мы обращаемся к застройщику. Ему забор и тому подобное. Мы временно приостанавливаем работу. Господа, я вас призываю. Выбраться должны на строительной площадке. Мы хоть кого-то ударили. Господин Гурев, господин Одинцов. А вы принесете руку? Могу принести не только руку, но и видеосъемку. Давайте мы руки не будем носить, видеосъемка. Это хорошая вещь. Принесите, посмотрим с удовольствием.